Всем привет, дорогие мои! Каждый день вы задаете мне множество вопросов о волосах и наращивании волос. И сегодня в этом мини-блоге «Вопрос-ответ» мы обсудим самые популярные из них. Самый популярный вопрос – сколько же стоит процедура наращивания волос? Цена зависит от того, какую длину и объем вы хотели бы нарастить, а также изначальная длина, густота и оттенок ваших волос. Соответственно, чем гуще ваша копна, тем больше пряди понадобится нам при наращивании. Соответственно, цена на услугу будет выше. Второе и немаловажное – это материал и качество материала. И здесь мой выбор и выбор большинства моих клиенток пал на славянские волосы, так как эти волосы качественные, неприхотливы в использовании и уходе. Для того, чтобы подобрать волосы, в отдельных случаях совсем не обязательно подъезжать на консультацию. Достаточно лишь несколько фото ваших волос, так как запись плотная и проводится минимум за 2 недели. И не всегда хватает времени на личные консультации. Думаю, большинству девушкам такой вариант общения перед процедурой будет удобен. Но это не отменяет того, что консультация у мастера лично не нужна. Это, скорее всего, решение, а не панацея. Третье – это размер капсул. Стандарт, микрокапсула и нано. От размера капсул также зависит стоимость работы. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им. Вам не сложно, а мне приятно. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите в комментарии под видео. И не забудьте подписаться на мою страничку в Instagram, чтобы не пропустить новые видеоролики по профессиональному уходу за волосами. Всем спасибо и пока!